Земляки — это ужасные земляки, это странные люди. Это чувак, который готов просить любое говно другому человеку, даже не зная, что он за человек, просто потому что они с одного куска земли. Самое тупое — это то, как они узнают друг о друге, когда это радость, неоправданная радость, когда они узнают, что они с одного куска земли. Видели эту реакцию? Когда один человек такой: «Боже мой! Откуда ты?» И он такой: «Стоп, все нормально, я из Клина». Он такой: «Да ну нахуй! Да ну не может, блядь, быть! И я из Клина! А с какой ты улицы?» И он такой: «Я с улицы Строителей». Он такой: «Блядь! Нагнись! И я с улицы Строителей! А ты помнишь, как звали ученицу по литературе из 301 школы? Анна Васильевна? Да, блядь, ее так и звали! А как зовут твою мать? Настасья Филипповна? И мою мать! Ты мой брат!» И я просто стою и смотрю, как рядом ебутся два земляка. И я, Саша из Москвы, иду нахуй из этой компании, потому что до меня долго ехать.